Итак, всем привет! Ну что, сделаем курочку, грудки. Как, я не знаю, можно это назвать шницель, можно это назвать отбивные, вот. Вот, в тесте там или как-то это можно назвать. Ну, посмотрите, называйте как хотите, я назову потом в видео как-нибудь, вот. И что мы будем делать? Это простой ужин. В общем-то, тоже легкий, несложный, очень несложный. Ну, для нас... Опять-таки говорю, для работающих женщин то, что доктор прописал, но при этом это вкусно. Это самое главное. Ну что, приступим. Значит, смотрите. Берем сначала грудку. И что делаем ее? Ее отбиваем. Отбиваем молоточком. У кого что? У кого молоточек? У кого что? Я отбиваю его вот так вот молоточком. С двух сторон. С двух сторон. Так, вот, продолжаем отбивать. Вот так вот. Как можно тоньше мы это делаем. Как можно тоньше. Ну, у кого есть пищевая, там можно пищевой пленкой это закрыть. Туда-сюда, можно начать извращаться. Я все по-быстрому, у меня ничего не летит никуда почему-то. Поэтому я вот так вот ее разрежу. Вот на такие вот, да? Чтобы не были очень огромные, чтобы поменьше. Сейчас отобью еще. Вот. Отбить надо хорошо. Так, так мы делаем все. Все грудки. Если они большие, то разрежьте их, да? Если небольшие, то мы просто их вот так отобьем. Ну, как следует, конечно. Хотелось бы, чтобы они были потоньше. Вот так. Так. Бьем как следует. Да, скорее всего, это можно назвать или шницель все-таки, или отбивные. Вот сделаем их поменьше. Поменьше отбили. Туда. Следующее. У меня 3 штучки. Мне на семью на ужин хватит за глаза и за уши. Абсолютно. Мне много не надо. Обратите внимание, я ничего не солю. Ничего я не солила. Я просто отбила. Я говорю, если летят у вас со всех сторон там это самое, то, конечно, как делаем? Закрываем пищевой пленочкой или просто пакетиком и долбим. У меня почему-то ничего не летит. Я аккуратненько отбиваю. И все, как говорится, в норме. С другой стороны. Также. Также с другой стороны. Все должно быть четко, быстро и красиво. Так. Ну что, дальше сейчас покажу, что делаю дальше. Итак, девочки и мальчики, что я делаю дальше? Вот у меня водичка. Да. А вот у меня мука. У меня, девочки, овсяная, цельнозерновая. Из овса так. Можно сделать, можно обычную совершенно муку. Это я выпендриваю со своим ПП. Вы, пожалуйста, если кто не сидит на этом всем, пожалуйста, обычную муку. Хуже не будет, будет только лучше. Будет только вкуснее, понимаете? Это тоже вкусно будет, но... Это уже будет ПП. Значит, смотрите. Раз, два, три. Три. Ну, еще чуть-чуть. Все делаю на глаз. Все делаю на глаз. Дальше сюда заливаю водичку. Просто водичку. Не надо сюда яиц, не надо сюда ничего. И размешиваю.
Размешиваю, размешиваю, размешиваю. Вот оно должно быть довольно-таки жидкое. Вы не поверите, но оно должно быть жидкое. Так, у меня ребенок нашел в пакете. Нашел в пакете траву. Я ему не вытащила, забыла. И уже там копается. Марси, сейчас я тебе вытащу. Подожди, я докончу и вытащу тебе траву. Я думаю, что он там шурудит? Я забыла траву ему вытащить из пакета. А он уже все нашел, понимаете? Так, видите, девочки, жиденько. Жидкого будете? Вот жидкого я и делаю. Вот такая вот. Сейчас она немножко постоит. Я чуть-чуть ее обязательно подсолю. Щепотка соли. Обязательно. Вот маленькая щепотка соли. То есть не сильно, чуть-чуть. И опять размешиваем. Ну, можно чуть-чуть погуще. Это потому что овсяная, она такая. Если бы была обычная мука, она была бы погуще. Ну ладно, я сейчас немножко еще одну. Буквально чуть-чуть. Ну, немножко, девочки. Все-таки должна быть она у нас жидкая. Так, ну и дальше делаем. Делаем жиденько. Вот так мы ее как следует, чтобы не было комочков, чтобы не было никаких препятствий нам для вкусного ужина, потому что ужин нам нужен. Ну а что, мы все пришли с работы, девочки, вот, и надо покормиться, надо покушаться. Ой, что я несу, Кто скажет, что несу-то? Ну, что несу, то несу. Так, в общем, видите? Жидкое. Сейчас покажу. Пусть оно чуть-чуть постоит. Минут 5. Пусть постоит, потому что, вот, ну, чтобы разошлась как следует. Да, мучка. Как говорю, обычная мука. Ничего не надо. У меня овсяная цельнозерновая мука. Кто к ней не привык, не надо, девочки. Не мучайтесь. Обычную муку. Все, сейчас покажу, что делаю дальше. Итак, девочки, я взяла сковороду, налила обычного подсолнечного маслица. Вот немножко оно должно разогреться, это маслице. Беру наш шницель. Вот так его. Опускаю его вот сюда. Да. Вот так. Его сейчас. И... аккуратненько сейчас положу его на сковородочку. Итак, все шницеля. Посмотрим, что будет дальше. Итак, сковородочка должна быть разогретая. Ну, не сильно, не так, чтобы, знаешь, шкварчала. Но она должна быть разогретая. Вот. И я, видите, довольно много масла налила. И вот я сюда кинула наши шницеля. Или отбивные, можно сказать. Как вам угодно, понимаете? Назовите, как хотите. Печку ставьте только. Печку только не ставьте. И вот они сейчас у меня поджариваются с одной стороны. Смотрим, как я их когда переверну, что я буду делать с ними дальше. Вот, девочки и мальчики, посмотрите, как красиво. Я не закрываю крышкой, потому что мне надо, чтобы была корочка. Мне надо, чтобы была корочка. И огонь у меня довольно сильный, девочки. То есть не на слабом огоньке это все поджаривается, на довольно сильном огне, на разогретой сковородочке. Видите, они уже становятся похожи на что-то хорошее. Они на бесформенные, да? Вот они уже. Вон, видите? Да, помните, да, что мы их не солили. Но кому, кто любит соль, тот, пожалуйста, можете посолить. Мне достаточно, что тесто соленое. Ой, запах.
Ой, какой аромат, ребята, ребятушки, котятушки. Это что-то. Ну, давайте смотрим, что делаем дальше. Вот они уже практически поджарились. Это все еще с одной стороны, да? Мы смотрим, как там корочка появилась или нет. Вон, видите, уже появляется корочка. Корочка появляется. Ну, еще чуть-чуть, я минутки две. Перед тем, как их перевернуть, я их... Что делаю? Ох, перчу! Когда появилась корочка и с одной, и с другой стороны. Тут тоже уже немножко прихватилось сверху. Я перчу. Ну, вот так, когда корочка уже тут. Сейчас посмотрим, да? Есть там корочка. Ну, вот уже там появляется корочка. Сейчас, когда переверну, вам покажу. Вот, девочки, видите, появилась корочка, и я перевернула. И теперь я то же самое перчу. Перчу. Жарим, девочки, дальше. Продолжаем жарить дальше. Немножко убавляем газок. Да, чуть-чуть убавляем. И продолжаем жарить, девочки, дальше. Жарится все очень-очень быстро. Девочки, когда я сняла грудки шницеля свои, они уже готовы. Они готовятся, девочки, ну, я не знаю, 5 минут на одной стороне, 5 минут на другой. Я положила замороженные овощи, как гарнирчик. Сейчас я их в этом же во всем немножко потушу. Вот, и покажу вам, какой у меня ужин получился. Ужин получился вкусненный. Девочки, вот они, грудки. Видите? Не знаю как, не знаю почему. Но именно по этому рецепту получаются обалденно вкусные грудки. Обалденно. А если и точно так же делается свининка, можете свининку сделать. Хуже не будет, даже еще вкуснее будет. Так что смотрим, какой у меня в итоге получился ужин. Ну и вот. Вот он мой ужин. Посмотрите, какая прелесть. Какая вкуснота получился. Я вам говорю, именно вот по этому рецепту. Больше ничего добавлять сюда не надо. Ни чеснок там для вкуса, ничего. Посмотрите, все пропеклось. Все это очень быстро готовится. Это все очень сочное. Очень сочное. Посмотрите, вон сок прямо. Это такое сочное мясо получается. Я вам говорю, это что-то. Попробуйте так. Я не знаю. Меня так научила готовить моя свекровь. И поэтому, знаете, я не знаю почему, но именно вот такое получается именно по этому рецепту. Не надо делать, ну, как сказать, яйца туда класть. Не надо туда ничего. Водичка и мука. Причем я вам показала, какая должна быть мука. То есть тесто, в которое вы кладете. Тесто должно быть жиденькое. Ну вот, девочки, наслаждайтесь. Очень вкусный ужин. Вот, и не калорийный. Наслаждайтесь. Приятного вам аппетита. И что? Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. И будет вам счастье. А так, пока-пока!